Урал приходит в себя после бури. В Екатеринбурге ветер скоростью до 24 метров в секунду валил деревья на автомобили и срывал кровлю и облицовку с домов. На городском пруду перевернуто несколько маломерных судов. На земле лежат заборы и металлоконструкции. Без света из-за обрыва проводов остались более 8 тысяч человек. Досталось и Пермскому краю, там тоже повалены деревья. Сломанные ветки лежат на улицах. Энергоснабжения лишились более 9 тысяч человек. К этому часу электричество уже вернули. Ну а синоптики тем временем улучшения погоды не обещают. Сегодня на Урале снова сильный ветер до 25 метров в секунду.